Дикая среда не делает скидку на возраст. Мы стали относиться к детям как к хрустальным бокалам. Первые 4 человека идут равномерно. Обкладываем все подушками, вместо того, чтобы готовить их к реальной жизни. Опиши ситуацию. Группа 5220, Россия, Питер. Будем к перевалу. Мои координаты 67 градусов 53 минуты северной широты. Мы начинаем подъем. Принял. В обычной жизни они мало чем отличаются от своих сверстников. Они шутят и смеются, играют в компьютерные игры, пользуются интернетом. Но условия, в которые они попадают, это не веревочный парк или игровая зона в развлекательном центре, где все обставлено мягкими блоками. Мы настолько поверили в эти идеи, что перестали учить наших детей ставить перед собой цели и искать пути их достижения. GoPro снимать видео. Двигаясь по виртуальным дорогам, мы любуемся лишь пейзажами, забывая старую мудрость. Знать путь и пройти его — не одно и то же.